Здравствуйте, дорогие! Надежда Розуваева и прогноз погоды на 11 мая. По республике неустойчивая ветреная погода. Ветер северо-западный 7-12, местами порывы до 16-21 метра в секунду. В степных районах пыльные бури. Ну да, теплые жилеточки нам пригодятся. Температура воздуха по северным районам ночью -4, +1, местами до +5. Днем +9, +14, при осадках понижение температуры до +5. По центральным районам ночью +2, +8, днем +16, +21. По южным районам ночью +5, +10, по юго-западу до -2 градусов мороза. Днем +17, +22, местами до +27. На юге сегодня тепло. Улан-Удэ. Ночью возможен небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13, временами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура ночью +6, +8, днем +18, +20 градусов тепла. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 715-716 миллиметров ртутного столба. 11 мая. Родился, я думаю, самый эксцентричный человек. Испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали. Ох, как много фактов про него. То он гулял по городу с большим 2-метровым батоном, то явился в водолазном костюме на бал, в котором пришлось его спасать, потому что он начал задыхаться. Кстати, жену их и музу Дали звали Гала. А рождена она была, кто не знает, в Казани, и звали ее Елена Дьяконова. Да-да. А в конце, когда они уже долго жили с Дали, она построила себе другой особняк и жила отдельно. И Дали мог к ней являться только по письменному разрешению. Еще какой интересный факт, который я узнала. Сальвадор Дали придумал логотип для Чупа-Чупс. Не взял за это ни копейки, но попросил, чтобы до конца жизни они снабжали его этими вкусными конфетами. Я думаю, если прочитать про этого чудесного человека, а картины я его просто обожаю, можно еще очень много узнать интересного, эксцентричного, повеселиться, погрустить. Чудесный человек, несмотря ни на что. Сальвадор Дали. Всего доброго, друзья. До свидания.